Международный день платья. Любое количество карт снимите и запомните нижнюю карту. Почему нижнюю? Потому что, опять же, скептики думают, карты какие-то специальные, маркированные. Поэтому, если вы эту карту увидите, то перед ней будет еще, я не знаю, 20. Поняла, давайте. То есть я не смогу определить. Угу. Не показывайте мне, запомните эту карту. Угу. Красный, черный. Это черная карта. Два. Низкий, высокий. Высокая. То есть картинка. От вольта и выше. Да. Крестик. Психанула девчонка. Я не буду с вами на карты спорить. Нет, это очень важно. Как вы думаете, сколько... Возьмите карты. Сколько что? Сколько вообще количество карт у вас в руках? Примерно. Ну, я думаю, 22. Ксения, ваш? 12. Пересчитайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13. Ага, поняла меня. Давно я отличная интуиция. 13. Да. 13. Это ловкость рук, это гипноз, это ясновидение. Что это? Ты что включил? Не ты в эфире, я уже на лайк. Простите.